красотка. Мало места, скажи мне, да. На самом деле перевозить птицу в самолете можно лишь в переноске такого размера, рассказывает Анастасия, ветеринар, которая и спасла Уну. Сейчас у них отношения не просто питомца и хозяйки, скорее мамы с дочкой. Чудовище. Чудовище, да? Слово «чудо». Всего добирались 11 часов. После столь продолжительного перелета можно и носик почистить. Что самое сложное было в общении вот с ней? Ее размеры. Ее размеры, потому что жила она у меня дома. Все-таки хотелось ее выпустить побегать, но из-за травмы и из-за невозможности, так сказать, обеспечить ее нормальным, так как сказать, квадратными метрами, да, вот, ей пришлось сидеть в тенте. Ну, тент был довольно-таки просторный, она двигалась, но все равно это не то. Артем, ну, ждали? Ждал. Сильно ждали. Сильно ждали, переживали, потому что рана действительно серьезная. Вот я сейчас оценил обстановку, посмотрел, какая рана. Да, еще лечение длительное будет. А пока принимающая сторона с восторгом наблюдает за тем, как птица ведет себя в новых условиях, и отмечает, что ветеринар из Мурманска сделала большое дело. Птица уравновешена. Действительно, Настя прям подготовила. Знаете, это прям в крови надо иметь, чтобы вот так вот с дикой хищной птицей, тем более с крупным соколом, тем более девушке, общаться на «ты». Из-за серьезной травмы летать эта красавица уже никогда не сможет. Но после карантина и лечения Уну познакомят с женихом, живущим в центре Тайгун, и они смогут завести птенцов. Когда те подрастут, молодых краснокнижных птиц планируют выпустить в природную среду. Конечно, буду плакать, буду переживать, но ей здесь будет лучше. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.